Православные отметили один из главных церковных праздников – Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января в городском округе Люберцы организовали места для крещенских купаний. Там работали наши съемочные группы. Основной площадкой проведения крещенских купаний стал Наташинский парк. Подготовка Иордании и территории вокруг нее шла целую неделю, чтобы жители городского округа могли безопасно и комфортно окунуться в освященную воду. Для обеспечения безопасности граждан периметрально оградили полностью периметр, установили рамки металлоискателя для пресечения правонарушений. Кроме того, для желающих установлены теплые палатки, работают сотрудники МЧС, спасатели. Также привлечены для охраны общественного порядка сотрудники полиции, отдела ГИБДД, Росгвардии и народной дружины. В 21:00 у купели начали собираться верующие, чтобы помолиться перед окунанием. Чин великого освящения воды провел клирик Свято-Троицкого храма иерей Вячеслав Зуев. Не крещающийся тебе, Господи, Троичинское поклонение. Еще одна традиция крещения – отпускать в небо белых голубей. Птицы взлетели над купелью под звон колоколов, и к Иордании стали подходить первые желающие окунуться. У нас легко, да, я после банки еще в снегу нырять люблю. Очень хорошо. Класс. Очень здорово вообще. Мы довольны, счастливы. С праздником. Крещенские купания прошли на территории Кореневского карьера. Для православных верующих здесь оборудовали две Иордании. Да я редко. Так вот для души просто. Все, я греться хочу. Господь с нами. Он первый раз. Господь с нами. Десятки людей, молодых и пожилых, окунаются в купель с верой в ее укрепляющие и исцеляющие действия. Многие приходят семьями. Ощущение отличное. Вот дочка первый раз сегодня пришла со мной окунуться. Третий год подряд ходим. Вообще отлично. Третий год вообще не болеем. Все классно. Было холодно, но мне первый раз было страшно. Рядом с купелями на берегу водоема установлены теплые раздевалки. Каждый мог угоститься горячим чаем. За безопасностью во время купаний следили спасатели. Обстановка в целом нормальная, все под контролем. Люди доброжелательные, меры безопасности все соблюдаются. Со мной здесь спасатели также, которые обеспечивают безопасность. Все нормально, все под контролем. Всем здоровья, счастья, всех с праздником. В традиционных крещенских купаниях приняли участие несколько тысяч люберчан. Луиза Егиазарян, Богдан Колесников, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.